«All you need is love» під таким девізом стартував фестиваль фільмів про кохання. Він вже відбувся у Києві, Одесі та Львові. І тепер розпочався у Запоріжжі. Програма складається з 6 фільмів. Кожен розповідає унікальну історію любові. На кінопоказі побував і Леонід Остапенко. На відкритті кінофестивалю про кохання «Аншлаг» запоріжці парами та великими компаніями прийшли подивитися любовні стрічки. У програмі фільми з Франції, США, Аргентини та інших країн. Всі мовою оригіналу, з українськими субтитрами. Хоча історії різні, їх об'єднує одне – тема кохання. Шість фільмів о любві на протяжении полутора часа расскажут разные истории об этом интересном чувстве. Но самое главное – это впечатление людей от фестиваля, потому что нам очень нравится в Запорожье возить альтернативное кино, альтернативные фестивали, которые мы возим уже больше 3 лет. И вот фестиваль «Лавиз» – это такой фестиваль. Для відвідувачів встановили спеціальну дошку, на ній можна поділитись своїми думками про кохання та враженнями від фестивалю. Вони у всіх різні. Я жду каких-то нових впечатлений, возможно, переосмысление в прямом смысле того, что такое является любовь. Меня пригласила моя девушка сюда, рассказала, что тут будет фильм о любви на разных языках. Мне это понравилась идея. Рассказала, что будут разные истории. Я таким не увлекаюсь, мне это не нравится, но как бы интересно попробовать что-то новое. Мне хочется посмотреть. Вот. Особенно на языках оригинала, это, я думаю, это будет интересно. Перша стрічка «Адель у серпні» розповідає про дівчину, яка влітку опиняється за містом. Знаходить там нових знайомих та намагається розібратись у своїх почуттях. Наприкінці фільму вона переоцінює ставлення до своєї родини та до хлопця, в якого закохана. А ось британська стрічка «Мріючи про Пегі Лі» розповідає про глухоніму дівчинку, яка мріє співати, як відома співачка Пегі Лі. Проте сувора вихователька не дозволяє їй це робити. Дівчина разом зі своїм другом тікає до джаз-клубу і там починає співати. Після прем'єри у коворкінг-центрі фестивальні стрічки покажуть у кінотеатрах міста. Леонід Остапенко, Інна Гогой, Віталій Швець, телеканал Z. У нас у гостях менеджерка проєкту «Біпрофікемп» Ганна Бобіно. Вітаю вас, Ганна. Здравствуйте. Отже, коли все ж таки запланований показ у кінотеатрах міста? Уже 2 показа прошли, на самом деле, в коворкинге Edison Space. Они прошли 14-15 апреля, ожидается еще один показ 22 апреля в 19:00. На самом деле, пока что кинопоказы проходят только лишь в коворкинге Edison Space. И для нас это большая честь принимать эти кинопоказы, потому что это уникальная франшиза, которую выдают на данный момент, не знаю, к счастью или к сожалению, только нам. Потому что на протяжении нескольких лет мы заработали, наверное, вот какую-то такую определенную репутацию, потому что мы создаем какой-то уникальный формат, наверное, преподнесения этих фильмов. Мы не просто их показываем, мы создаем мероприятие, где не только ты можешь посмотреть, что такое любовь, да, глазами режиссеров, которые снимали эти короткометражки, не только любители, но и профессионалы, но и, наверное, почувствовать, поучаствовать в викторине, ответить самому, что такое любовь, как тебе кажется. Например, одной из локаций на вот этом фестивале последнем у нас была вот такая доска, где каждый мог высказаться, что такое любовь, по их мнению, и вот несколько интересных фраз. Ну, там, конечно, были такие фразы, типа, любовь – это боль, любви не существует, от каких-то скептиков. Но еще были такие фразы, например, любовь – это гулять ее собаку, вот. Или любовь – это дарить цветы каждый день, вот, как-то так. Сеансы платные? Да, сеансы платные. Дело в том, что подобные фестивали – это не первый фестиваль, который мы привозим. Уже на протяжении нескольких лет мы привозим фестивали о еде, Food Film Festival, Travel Days, фестиваль о путешествиях, фестивали фантастического кино. И за них мы, естественно, платим деньги для того, чтобы выкупить их. Это определенная франшиза, мировая франшиза. И поэтому, конечно, фестивали на коммерческой основе. И регулируется цена билета в зависимости от фестиваля от 30 до 50 гривен. Вот, в частности, на Love Is эта цена 50 гривен. А чи користуються подібні заходи попитом? Да, вы знаете, на самом деле
вот Love Is, может быть, у нас не с таким бумом прошел, как, например, Travel Days, потому что сейчас, мне кажется, наверное, путешествия – это очень большой тренд во всем мире. Если посмотреть социальные сети, Instagram тот же, то больше всего лайков и вообще, в принципе, больше всего откликов набирают и видео, и фотографии из путешествий. Вот. И фотографии о любви, Love Story и все остальное, даже если вы проследите в Инстаграме, они набирают меньше лайков. Мне кажется, вот, может быть, именно поэтому люди немножечко, может быть, разочаровываются в любви, не знаю, может быть, начинают в нее меньше верить, больше начинают верить в себя, в какую-то свободу, в путешествия. И поэтому, конечно, на Travel Days у нас было «Яблоку негде упасть». Например, мы вообще отказывали людям на входе, потому что было настолько много людей, что мы их уже не могли никуда посадить, поставили дополнительные диваны и все, что было. А на Love Is у нас были, да, свободные места. Вот. Складнощі якісь виникали в організаційному процесі? Чи важко взагалі подібний фестиваль організувати у нас у Запоріжжі? Нет, вы знаете, сложностей нет, у нас не возникает, мы все делаем тоже с любовью, даже фестивали о любви мы делаем с любовью, мы создаем фотозоны для наших любимых посетителей, потому что все, кто приходит к нам на все мероприятия, они просто обожают делать фотографии, поэтому, наверное, даже если это какие-то сложности, мы их даже не ощущаем. Или мы их так не называем. Это просто какие-то, может быть, препятствия, если подрядчик задерживается или опаздывает. Мы не называем это сложностями. Мы это делаем с удовольствием, и все у нас получается, наверное, поэтому. Шість річок, представлених на фестивалі, це відоме кіно? Воно вже побувало у широкому прокаті? Чи це щось новеньке? Нет, это такие, да, это новые, достаточно уникальные короткометражки, снятые не только профессионалами, но и режиссерами-любителями. Это короткометражки, которые еще не были на больших экранах в массовом прокате. Это все-таки такое узкоспециализированное кино, которое проходит все-таки в рамках фестиваля сначала. И оно очень защищено авторским правом. Вот. Даже когда мы покупаем эту франшизу, мы подписываем определенный договор, по которому мы не можем распространять файл, который мы получили, мы не можем делать свои условно трейлеры, мы можем только показать определенное количество раз это людям, определенное количество раз, за которые мы заплатили, и все. Да. До відбору стрічок вы маєте стосунок чи ні? Нет. Нет. То вы этим берете, занимаются... что вам пропонуют? Да, этим занимаются организаторы. В данном случае это были 6 короткометражек из 3 континентов, вот, объединенных одной темой – любовь. Ну, любовь здесь была совершенно разная. Любовь к людям противоположного пола, любовь к неодушевленным предметам. Была тема ревности, было очень много разных вопросов. Была любовь подростковая, любовь очень взрослая и любовь очень настоящая. Вам особисто яка стрічка сподобалась? Мне, наверное, понравилась короткометражка про ревность. Она была очень необычной. Не очень хочу спойлерить, но ревность вызывал очень неодушевленный, но очень такой бытовой предмет. Бытовой, который мы постоянно используем в нашей жизни. Приходите, посмотрите. Она очень интересная, очень захватывает. И на самом деле она очень настоящая, потому что я не раз видела подобную ситуацию в жизни вот моих подруг и моих друзей, возможно. Ну, тут, конечно, все утрировано, как и по всем законам жанра, как во всех драмах, «Жизнь под увеличительным стеклом». Вот. Режиссер якої країни вас так зацікавив? Если не ошибаюсь, это была французская короткометражка. Французи. А взагалі, що можете сказати про представлені фільми, звідки вони були і, можливо, якийсь дійсно вас вразив в плані того, що не очікували від цієї країни такої якості, можливо, так? Я не могу судить, на самом деле, по таким национальным признакам, потому что у меня нет каких-то критериев к режиссерам разных стран. Например, там американцы делают лучше, а французы делают хуже. Ну, они всех... делают больше просто. Да, у всех своя специфика. Может быть, мне не хватило индийской короткометражки, вот, потому что обычно... Индийские короткометражки, они очень необычные. Ну, вообще, конечно, индусы любят делать кино побольше. Не вкладываются в короткий метр. Мне этого не хватило. Но, наверное, все-таки... Да, вот французская короткометражка меня больше всего впечатлила. Півтори години без перерви?
відбувається да, показ. Да, да. Без перерива. Ну, як, так, як чи можна встигнути за змістом? Якщо це 6 різних фільмів, то поки відійшов від одного, вже інший починається. А ти поки титри посмотрел от одного фільму, почали титри к другому, ти успіваєш випити чай, на самом деле, обсудити головні питання короткометражки, переключитися, немного переварити і пойти далі. Організація подібних фестивалів – не єдина ваша робота. Чим ще займаєтесь? На базе коворкинга мы реализуем много полезных социальных проектов. На самом деле, около месяца назад мы стартовали с новым проектом. Это проект Бипрофи, профориентационный проект для школьников и студентов. Этот проект, на самом деле, моя такая очень большая гордость и моя страсть, потому что я, конечно, уже не молодая, школу и университет давно закончила, но я очень хорошо помню, что очень большой проблемой была проблема выбора. И всегда вот этот выбор, кем быть, куда пойти учиться, навязывало общество, навязывала семья, и это было очень проблематично. Выйти со школы, когда ты еще ничего не знаешь, какие у тебя есть способности, возможности, очень сложно сделать на самом деле этот выбор. И я так сейчас смотрю, многие школьники на самом деле страдают от этого же. И мы придумали этот проект профориентационный, во время которого мы решили на каждых каникулах, весенних, летних, осенних и зимних каникулах, прокачивать группы школьников, группы по 40 человек, мотивировать их делать этот выбор осознанно. Каким именно способом? Мы их знакомим с профессиями абсолютно разных сфер деятельности, знакомим их с разными профессионалами, для того, чтобы у них было понятие картины мира, вообще, как это происходит, с какими сложностями сталкиваются люди в той или иной профессии. Вообще у нас в перспективе отправлять их на стажировки в разные предприятия и компании, которые они рассматривают для своей дальнейшей трудовой деятельности. З якого віку це можна робити? Смотрите, да, мы рассматриваем, работаем с двумя целевыми аудиториями. Это школьники, и это студенты. Со школьниками мы работаем в рамках именно кемпа. Это вот как раз эти 4 дня, во время которых мы с ними посещаем в рамках экскурсии определенные предприятия, производство продовольствия, хлебобулочных изделий, кофе, в конкретном случае производство автомобилей, отельно-ресторанный бизнес, вот это, в частности, в первом весеннем кемпе мы посетили. Мы устраивали спид-дейтинг. Это такой формат, если знаете, американский формат спид-дейтинг, когда люди не могут знакомиться друг с другом, потому что много работают и проходят, да, и там каждые 2 минуты меняются друг с другом. У нас был подобный формат, мы его немного трансформировали, пригласили представителей разных профессий. У нас были хирурги, полицейские, пожарные, олимпийский чемпион, столяр, режиссер, дизайнер одежды, режиссер компьютерных игр. Не помню, кто еще. Вот. И дети с огромным удовольствием на самом деле менялись и расспрашивали их, задавали им самые невероятные вопросы, потому что многие из детей рассматривают для себя как раз вот эти профессии. Мы на самом деле, у нас было такое предостережение, что многие сейчас хотят идти в IT, потому что это очень перспективно, я не спорю, не отрицаю. Вы відмовляєте этого. Участников табору від того, щоб іти в IT? Нет. Мы никого вообще ни от чего не отговариваем. Мы на самом деле даже не пытаемся анализировать их выбор. Потому что их выбор – это их выбор. И многие из них уже определились с тем, кем быть в будущем. Но сейчас они начали сомневаться. Не знаю, хорошо это или плохо, помогли мы им или нет. Тут можно спорить, потому что этот вопрос очень щепетильный. Наверное, главной задачей является нашего кемпа является то, что даже если сейчас они сделали этот главный выбор, это не значит, что в дальнейшем, если они поймут, что это не тот путь, по которому они должны идти, они не могут его поменять. Потому что, как мы даже на фестивале говорили, все, что ты делаешь, нужно делать с любовью, и только тогда ты будешь делать это хорошо и будешь делать это правильно. И для того, чтобы это делать с любовью, нужно делать именно то, именно на том месте, где ты должен быть. Фестиваль романтичного кіно – не єдиний захід, що урізноманітнить дозвілля запоріжців. Культурно-мистецьке життя Запоріжжя готує для містян ще чимало приємних сюрпризів, яких саме знають автори нашої традиційної рубрики «Афіша», тож їм слово.
Негода лютує у Запоріжжі, битва юних істориків та творча нагорода. Про це у випуску новин о 19:00. Нагадаю, у нас у гостях менеджерка проєкту «Біпрофікемп» Ганна Бобіно. Маєте до неї запитання, пишіть їх на офіційній сторінці телеканалу «Зет» у Фейсбуці або телефонуйте за номером, який бачите на екрані. Ганна, ми повертаємось до нашої розмови. Є запитання від глядачів. Чи достатньо 4 дні для того, аби дитина виявила захоплення якоюсь професією? На самом деле, мы думаем, что 4 дня – это недостаточно. Но, к сожалению, весенние каникулы длятся всего 5 дней, и хотя бы один день нужно было оставить детям для того, чтобы они отдохнули. И расписание, на самом деле, у нас было очень насыщенное. С 10 до 4 мы занимались с детьми, но даже после 4 их было очень сложно выгнать из нашего помещения, и приходили они еще на час раньше, поэтому, да, на самом деле, наверное, 4 дня – это маловато. Мы сейчас рассматриваем возможность того, чтобы во время летних каникул, так как это аж 3 месяца, сделать кемп намного длиннее, возможно, сделать несколько групп, не просто одну, и, возможно, поменять программу. Так как во время весеннего кемпа это была первая группа наша, можно даже сказать, такая пробная, мы получили определенный фидбэк, в основном позитивный, но нам есть над чем работать, нам есть как улучшить программу учебную, и мы будем стараться это делать. Наверное, знаете, это не задача только лишь кемпа – вызвать интерес к определенной профессии. Мы можем показать, подтолкнуть, можем помочь. В рамках вот того же спиддейтинга мы можем дать возможность пообщаться с человеком из этой профессии. Но это не единственный инструмент, когда ребенок может познакомиться с этой профессией. Если у ребенка есть большое желание протестировать свой выбор будущий, да, в дальнейшем, перед тем, как он поступит в ВУЗ, перед тем, как он начнет работать, будь он школьник или студент, он может к нам обратиться, мы можем помочь ему и трудоустроить его на стажировку в определенную компанию по определенной специальности. На самом деле сейчас мы уже набираем партнеров, работодателей, которые готовы будут принять на стажировку студентов по разным специальностям. Это будет загалом робітничі специальности, чи ні? Нет, 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 это разные специальности, творческие, IT-сектор в том числе. Мы сейчас ведем переговоры с разными предприятиями, и уже на следующей неделе мы можем огласить список предприятий, которые будут готовы принять студентов на стажировку, кратковременную или долгосрочную. Все ж таки, 4 дні, мабуть, мало не тільки для того, щоб виявити захоплення, а й для того, щоб познайомити з усіма можливими варіантами майбутньої діяльності. То ви якось обираєте, з якими професіями знайомити? Да. И кто этим занимается, и на основе чего такое решение принимается? Этим занимаюсь на самом деле я. Отбираю их по определенным принципам, достаточно субъективным, возможно. Пытаюсь охватить как можно более широкие сферы. Например, если просмотреть на спид-дейтинге, там, например, у нас есть хирург, пожарный спасатель, моряк дальнего плавания, дизайнер одежды. Это вообще абсолютно разные люди. Олимпийский чемпион по дзюдо. Столяр, потому что ремесло никто не отменял, потому что многие сейчас хотят работать в IT и создавать, допустим, те же компьютерные игры и зарабатывать зарплату в долларах. Но обычные профессии, такие как столяры, на самом деле тоже востребованы. Они тоже могут быть творческими и интересными, что на самом деле доказал один из наших спикеров. Але на основе чего? Це на оплачуваність роботи чи популярність? На основе чого это востребованность? Да, это востребованность, это спрос на рынке. И это спрос на рынке не просто Украины, но, наверное, даже и Запорожья. Потому что реализовывать себя можно и в нашем родном городе. И это, на самом деле, один из главных месседжей, которые мы пытались тоже донести для наших участников. Вот, что не обязательно, если ты выучился в Запорожье, в Украине или даже за границей, реализовывать себя где угодно. На самом деле, в Запорожье тоже есть определенные возможности, и так как у нас небольшая конкуренция в определенных кругах, здесь можно тоже делать, реализовать интересные проекты и быть Илоном Маском в Запорожье, грубо говоря. Проект відносно новий, чи можна вже говорити про якісь результати? Що має стати результатом вашого проекту? Как-то глобально, наверное, оценивать результаты пока что не стоит. Мы получили позитивный фидбэк и от родителей, и от самих участников, но как-то зазнаваться пока что не хочется, потому что мы сейчас готовимся к открытым лекциям, потому что между кемпами для школьников мы готовы проводить открытые лекции на базе коворкинга по разным интересным темам. В частности, завтра у нас будет открытая лекция про японскую культуру и возможности обучения в Японии. На следующей неделе у нас будет открытая встреча
с патрульными полицейскими. И так у нас будет целый ряд встреч с разными профессиями. Это будут полицейские, те же хирурги и представители других профессий, в том числе и журналисты, кстати. И мы готовы объявить о наборе студентов, которые готовы проводить стажировки. Мы об этом объявим тоже завтра на завтрашней встрече. И мы с 1 мая объявляем набор участников на летний кемп. На самом деле, знаете, у нас есть отбор, да, участников. Мы их отбираем по мотивации, потому что у нас, к сожалению, только 40 мест. У нас есть деньги только на финансирование, у нас есть только на 20 участников. Остальные 20 мы берем за счет прибыли коворкинга. Это наше такое социальное предпринимательство, наша инициатива. И поэтому вот у нас есть только 40 мест. Заявок мы получили... Это каштовно для участников? Да, для участников это бесплатно. Но это не значит, что это бесплатно в принципе. Это значит, что за них уже кто-то заплатил. Это значит, что они уже выиграли такую, получили определенную стипендию за участие в этом кемпе. И участников мы отбираем, по мотивации для того, чтобы попасть в кемп. Они заполняют Google форму, где они описывают свои достижения за последний год, свои планы на будущее и мотивацию. И есть ли у них уже какие-то решения по поводу своей будущей профессии. Например, когда мы отбирали участников для весеннего кемпа, у нас также было 40 мест, но мы получили более 90 заявок на кемп, то есть нам нужно было отказать больше половины ребят, которые подали заявки. Это при том, что у нас не было особо на самом деле промо. Вот. Я надеюсь, что мы не получим очень много заявок на летний кемп, потому что я не очень люблю отказывать молодым людям. Вот. Но такова реальность, что мы отбираем только самых мотивированных и тех, кто мы чувствуем, кому он очень нужен. Тех, кто, возможно, на каком-то раздорожье и кто не знает, кому вот действительно нужна помощь этого кемпа. Можете назвати якісь контактні номери або де вас знайти? Контактні номери, да, можна зв'язатися зі мною, мої телефони є в соціальних сетях. У нас є група «Бі-профі» ВКонтакте і Фейсбуке. Там є абсолютно всі контакти мої і моєї колеги Марини Машинської. Там є посилки на Google форми, там є посилки на івенти, там можна слідити за всією програмою, за всім, що буде відбуватися в дальнейшем, і за набором на новий літній «Бі-профі» кемп. З якого віку і до якого можна реєструватися? Коротко, тільки час спливає. Да. 9, 10, 11 клас. Я дуже дякую вам за інформацію. І нагадаю, у нас у гостях була менеджерка проєкту «Бі-профі кемп» Ганна Бобіно. А час акцентів вичерпано. Дякую, що були з нами. Хай негода не впливає на ваш настрій. Бажаю приємного, теплого вечора і тільки позитивних емоцій. Залишайтеся з телеканалом «Зет». Попереду випуск новин з Євгенією Щеніною.